Мама умерла на восьмой день. Дядю Лохматова убил снайпер, когда он бежал к нам. У меня выдрана кожа на спине. Остался только Бадя. Апрель 2022 год. Давай, Батянь, давай, эй, а? Давай, чего? Давай, война началась. Проснись. Давай, бомбятся. Что? Ночью были взрывы в Москве, у нас, Новгород, Тверь, еще где-то там. Они все-таки напали. Вставай, говорят. Кто? Вот, а последний мульт был сделан именно специально для тех, кто по каким-то странным причинам поддерживает войну. Мне... Это совершенно непонятно, на самом деле, как это может быть в головах людей происходить. Дети, сегодня в школу не идете. Ура! Нет, дети, совсем не ура. Что-то очень плохое происходит. Опять карантин? Нет, в нас стреляют. В нас? За что? За что? За то, что мы есть. Действительно, не понимаю, каким образом можно быть настолько тупым, извиняюсь за выражение, но прямую речь это именно так звучит. Настолько зомбированным, настолько как бы не верить своим глазам и даже не хотеть знать, потому что они, если захотят знать, они узнают, даже несмотря на эту дебильную фильтрацию, которая у них там включена. Многие люди действительно пытались что-то сделать, и многие люди сидят в тюрьме, и многие люди до сих пор искренне страдают от этого.